И вот, кстати, потихонечку, так скажем, восстанавливаешься снова в то сознание нечеловеческое, да, в то божественное сознание, когда ты можешь творить реальность вокруг себя, да. Отходишь постепенно от реальности других, от реальности Миши, кстати, тоже это самое. Осторожнее надо. Да вот, отрицают мне все-таки, блядь, сомнения, что он тоже элемент матрицы, нахрен. Самый мощный. Так скажем, в матрице я его видела. Он действовал по алгоритму тоже. Тоже действовал по алгоритму. Блядь, не знаю. Может, это моя главная преграда. Не знаю. Или может, это просто интересная игра будет. Может, он действительно, так скажем, создатель. Мы вместе должны создать. Вас, так скажем, вспомнить, что мы создатели. Так скажем. Ай, блядь, меня осенило, сука. Смотрите. Целое. Две половинки. Они борются между собой. И каждый думает, блядь, он может ниже, может выше, блядь. Нихуя, точно не выше. Ниже, наверное. И как бы, знаете, такая борьба идет постоянно. Разделение. Это такая... Ах! Хотя я не хочу. Я не согласна быть. Лишь половинка чего-то. Половинка. Нихуя и не половинка. Я целая. Ну что значит я? Без мыши типа не могу, а мне нужен, блядь. Мне нихуя никто не нужен. Ну, блядь, в таком плане, да, но... Очень сложный вопрос. Как сложный? Ну, так скажем, он будет идти до конца со мной, блядь. До самых последних дверей. До самых-самых последних дверей. Когда у нас будет семья, мы тоже, блядь, будем продолжать соперничать. Ну, как бы соперничать. Так, и тут будет важность конфиденциальной информации, которую я ему дала. Вместе, то вместе, блядь. Но у меня есть, так скажем, постоянное желание обставить его. Да, есть желание обставить, блядь. Как это расценить, как это? Не знаю. Ай, бля!